Добрый вечер. Уже стали традицией телефонные звонки в редакцию после нашей передачи. Звонят рядовые телезрители и не совсем рядовые руководители. Неужели в нашей жизни нет ничего позитивного, светлого? Ведь кто-то варит сталь, печет хлеб. Да, мы согласны. Но десятки других зрителей благодарят за честные материалы. Итак, наш специальный корреспондент пытается разобраться в ситуации в Душанбе. Это центральная часть города, проспект Ленина. Именно отсюда мы решили начать наш воскресный репортаж. Эти кадры – прямое свидетельство событий, разыгравшихся в начале этой недели в Душанбе. Укор тем, кто пытается в борьбе за власть использовать накопившуюся в массах от социальной неустроенности агрессивную энергию. Укор и тем, кто до сих пор не желает считаться с интересами народа и даже не пытается услышать его голос. Здесь, в Душанбе, мы вновь и вновь задавали себе вопрос – почему? Почему все так происходит? Почему вслед за Ферганой и Закавказьем вспышка национального конфликта коснулась и Душанбе? А это уже кадры кинохроники тех трагических дней, снятые таджикским телевидением. Поводом для первофевральских выступлений послужили слухи о предоставлении квартир армянским беженцам. И это в городе, где тысячи многодетных семей до сих пор живут в бараках и лачугах. Как, правда, выяснилось позже, в Душанбе к родственникам действительно приехало несколько армянских семей, некоторым из которых было предоставлено временное жилье в республиканских пансионатах и санаториях. Вопрос о квартирах не стоял. Однако эта информация не стала с самого начала достоянием жителей города. Этим, как подтвердили наши многочисленные встречи, умело воспользовались силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, сохранении прежних порядков, основанных на феодально-клановых отношениях. Мирный митинг, начавшийся в центре города 12 февраля, вдруг неожиданно принял другой оборот. Представители правоохранительных органов, подразделения внутренних войск, полетели камни и железные пруты. После нескольких предупреждений воинские подразделения попытались оттеснить наиболее агрессивных молодчиков с площади. Началась паника. Ведь многие из присутствующих в тот день на площади пришли с благими намерениями, не думая о том, что могут стать заложниками преступных элементов. И вновь пролилась кровь. Разгул вандализма охватил весь город. По предварительным данным, в те трагические дни погибло 20 человек, среди которых были таджики, русские, татары. Более 500 человек получили ранения. Этот магазин, как многие другие, был разграблен в дни погромов. По предварительным данным, ущерб оценивается в 500 000 рублей. Это рук дело, в основном, это было 12 числа. Рук дело участников этих массовых беспорядков, хулиганов, В основном здесь участвовали в погромах подростки. Которые... А сколько лет им было? 15 до 20 лет. А вот по этой улице мы тоже видели много разгромленных магазинов. Это чьих рук дело? Также вот эта толпа, которая массовые беспорядки создавала, в основном они. И вновь мы возвращаемся в центр города. Обычно здесь многолюдно. А сейчас лишь военная техника, воинские патрули, да редкие прохожие. Мы стояли вновь и вновь задавая себе вопрос, как такое могло произойти в республике, где уважение к старшим впитывается в кровь с молоком матери. Этот старец, проживший долгую жизнь, говорит, что не может поверить в случившееся. Весь советский народ был един в борьбе с фашизмом, а сейчас, в мирное время, людей разжигает национальная рознь. Это беда. Наша общая беда. Да, разыгравшийся в дальнейшем шабаш, трудно подобрать другое слово, болью отозвался в сердцах всех жителей города. Шок, да и вполне объяснимый страх уступили место трезвому анализу. Во всех районах Душанбе, где мы побывали в эти дни, местные жители в помощь милиции создают отряды самообороны. И поверьте, создание этих отрядов не очередная выдумка администрации. Людей, надевших белые повязки на рукава, к этому шагу подтолкнуло искреннее желание дать отпор экстремистам, показать свое отношение к тем, кто пытается втянуть республику в пучину беспорядков, увести в сторону начавшиеся демократические процессы. Да, многое пережил за эти дни Душанбе. Сейчас обстановка постепенно нормализуется. Хотя грозная боевая техника и воинские патрули остаются одной из сегодняшних примет города. Откуда они, эти солдаты? С каких краев? Какой национальности? Ничего этого мы, вероятно, никогда не узнаем.
Но навсегда в памяти останется то, что именно они, 20-летние парни, спасли город от хаоса, остановили безумие. Подобные сценки, когда вокруг нашей съемочной группы собиралось до сотни людей, происходили на каждом шагу. Порой эмоции захватывали и нас, ведь выслушать мнение надо было каждого. Люди этого очень хотели. Понимаете, в таджикской семье, как вам известно, по 5, 6, 7 детей. И вот у нас было землетрясение в Гисаре. До сих пор люди живут там в палатках. Конечно, это все понятно, но это не дает повод к экстремизму. Вы меня поймите правильно. Это все можно решать мирным диалогом. Это не значит, что мы должны бить друг друга, уничтожать друг друга. Мы единая семья. Мы должны, наоборот, поднять нашу культуру, поднять наши, понимаете, социальную среду, состояние, благосостояние нашего народа, чтобы каждый таджик, каждый русский, независимо от своей нации, он будет татарин, казах, киргиз, кто бы ни был, чтобы жил в нашей земле, земли у нас хватает. Земли у нас хватает. Сейчас у моего друга, коллеги, он работает в нашей редакции, дома живут две женщины, армянка и азербайджанка. Они беженки из Баку. Со слезами благодарности на глазах они рассказывали, как встречали их после спасительной переправы через Каспий в Таджикистане незнакомые люди. Давали деньги и одежду, без волокиты выписывали справки, их паспорта и все документы сожжены, разорваны, и предлагали билеты в любой город страны. А сейчас? Наверное, многие из вас обратили внимание на строчку в одной из последних сводок МВД о событиях в Таджикистане. Избиение лиц европейских национальностей. Значит, сейчас уже кулак поднимается и на русского, и на украинца, на белоруса, латыша и литовца. Что это? Ненависть по религиозному признаку? Хотя ни одна религия на земле не призывает к истреблению иноверцев. Никто не спорит. Проблемы есть, и надо их решать. Но какими методами? Во всех республиках решаются сейчас запущенные проблемы. Время показывает, что успех там, где не пользуются силой. Острая политизация в Латвии, кажется, достигла наивысшего напряжения. Именно сейчас решается судьба республики. Какой ей быть? По какому пути идти? Жесткая, употреблю именно такое слово, жесткая предвыборная борьба, накаленная в ходе кампании выборов в местные советы, теперь приобретает особый смысл, особое значение, ибо будущий парламент – это дорога к реальной власти, к решению судеб людей и этой земли. В эти дни с обращением к населению Латвии выступили известные деятели науки, культуры, искусства, экономики, промышленности и сельского хозяйства. Профессор Латвийского университета Андрис Адамович Плотникс сравнил это предвыборное обращение 21, таково число авторов обращения, к слову, 12 из них народные депутаты СССР, с советами национального спасения, которые создаются в государствах Восточной Европы. Предвыборный союз объединил людей разных национальностей, различных партий, общественно-политических организаций. Ваши побуждения и каковы ваши надежды, связанные с образованием такого союза? Меня как экономиста участие в этом союзе связано с тем, что меня настораживает, что мы только что отказались от принципа делить, говорим о том, что надо найти хозяина, надо зарабатывать, как опять начинаются разговоры о том, отберем у одних и дадим другим, как будто от этого что-то умножится. Поэтому я буду всячески поддерживать тех кандидатов в депутаты, которые говорят о том и понимают, что наша бедность начинается не с того, что кто-то неправильно делит, а с того, что нет хозяина. Я стою на тех позициях тех депутатов, которые говорят, найти хозяина нет более важной сегодня задачи для всего государства, для нашего вновь избираемого парламента. Вы знаете, откровенно говоря, как-то мне немножко волновали последние результаты местных советов, выборы местных советов, которые показали, что выбрали очень много людей. Может быть, они неплохие люди, но они очень много говорят и очень мало делают что-то. Вот почему, очевидно, этот союз мы будем поддерживать тех людей, несмотря на их политические убеждения, да, которые будут практически решать нашу сложную экономическую, нашу сложную ситуацию. Настроение людей меня сейчас очень волнует. Настроение наших людей
Люди, во-первых, немножко теряются этой обстановкой сейчас, этой политической обстановкой. Политическая обстановка довольно сложная. Прямо так задают вопрос, кому же нам верить, за кем идти. За эти 5 лет перестройки создалось очень много политических партий. Тут даже уже все, никто уже не может разобраться, какие партии и какая партия за что борется. Да? И люди жаждут такой стабильности. И в конце концов ждут, когда же мы начнем лучше жить, когда у нас экономика будет работать. В прошлом году приняли закон о суверенитете республик, а на сегодняшний день мы пока что этого суверенитета еще не видим. Наше хозяйство тоже. Мы имеем прямой выход, вот у нас порт, море, прямой выход за границу. Но много еще нерешенных вопросов. Вот это мы ждем от нового парламента, это очень важно. И что там были люди такие, которые на самом деле болели за республику, за наш суверенитет, за нашу экономику, и что мы могли свою экономику поднять. Предвыборный союз за латвийское государство, за свободного человека призвал избрать в парламент республики честных, справедливых, трудолюбивых людей, способных действовать ответственно, представляющих те движения, партии, организации, которые предлагают конструктивное, разумное сотрудничество, результатом которого может стать создание демократического, достойного человека общества. В Литве отмечают новый национальный праздник – День возрождения литовского государства. Празднуют обстоятельно, серьезно, со знаменами, лозунгами, шествиями. Но не обходится дело и без дешевой театральности. На площади у Верховного Совета Республики молодые люди сдают, а то и попросту жгут свои военные билеты. Вероятно, в этом надо видеть демонстрацию свободы и полной самостоятельности. Митинг на кафедральной площади в Вильнюсе. Ораторы говорят об историческом значении независимости буржуазной Литвы, которая была обретена как раз 16 февраля 1918 года. О подлинности той независимости можно, в общем-то, спорить, хотя бы потому, что провозглашена она была в тот момент, когда литовская земля была оккупирована германскими войсками. Но этот факт мало кого интересует, мало кого волнует на этой площади. История лишь повод для того, чтобы еще раз, не без накала страстей, выдвинуть требования о предоставлении Литве полной, так называемой, полной независимости. Так называемой, потому что в принципе невозможно жить в нынешнем мире и быть полностью независимым от него. Это иллюзия. А вот быть рачительным хозяином своей земли, жить по труду, говорить на родном языке и учить языку детей, лелеять национальную культуру, каждый народ вправе, и требования такой самостоятельности, конечно же, справедливы. К сожалению, на мой взгляд, ныне многие в Литве связывают осуществление этих требований с обязательным выходом республики из Советского Союза. Сегодня мы заявляем себе и всем. На торжества мы пришли с решимостью возродить самостоятельную и свободную Литву, провозгласил на торжественном собрании по случаю 16 февраля Альгирдас Бразаускас. Шаг за шагом, но решительно мы совершаем восхождение, стремясь добраться до светоча счастья. Столько раз за дни работы в республике слышал я этот высокий стиль, видел горящие глаза и неподдельную страсть. Своеобразная эйфория возникала каждый раз, когда речь заходила о выходе. Слово это магически отключало разум и давало волю лишь чувствам, пусть даже праведным чувствам. Скажите, вот вы лично для себя как определяете государственный суверенитет Литвы? Это возможность самим решать все жизненные вопросы. В рамках Советского Союза Литва могла бы осуществлять именно такой суверенитет, о котором вы говорите? В рамках теперешнего Советского Союза очень сомневаюсь в этом. Очень сомневаюсь. Действительно, для вас однозначен выход Литвы из состава Советского Союза? Безусловно. Безусловно. Я считаю, что Литва должна быть отдельная. Отдельная от Советского Союза? Да, отдельная от Советского Союза, потому что... Ну как? Этого хочет весь народ. Послушать моих собеседников, так стоит только выйти Литве из Союза, и все проблемы, от экологических до продовольственной, легко и просто разрешатся. Но так ли это?
На торжественном собрании в Литовской опере прозвучали такие слова, я цитирую. «За год Литва потребляет более 1 000 000 тонн привозной стали и цветных металлов, огромное количество мазута, газа, дизельного топлива, бензина. Из других республик ввозится около 80% сырья для легкой промышленности, немало древесины, большое количество машин, оборудования, приборов». Альгирдас Бразаускас считает такое положение дел ненормальным. Не будем спорить с главой республики. Но давайте все же задумаемся. Если сложившиеся экономические связи будут нарушены, если поставки не состоятся, не приведет ли это к еще более ненормальному, а то и просто катастрофическому положению дел в Литве? В планах независимости, восстановления независимости Литвы не входит прерывание и прекращение связей с Советским Союзом. Потому что будут прекращены эти связи или не будет, это будет зависеть не от Литвы, а именно от правительства Советского Союза. Речь идет о том, что мы хотим, чтобы эти связи после восстановления независимости, они перешли на договорные отношения. И совершенно как между нормальными, ну, равноправными и друг друга уважающими государствами той самой Европы. И те за, ну, я не хочу употреблять это слово, запугивание или... Ну, а запугивания, наверное, все-таки нет. Да-да, нет. Ну, чтобы мы еще раз обдумали и предусмотрели, и чтобы наш народ не оказался в каком-то трагическом, бедственном положении, это совершенно исключено, и мы к этому, ну, даже это всерьез не принимаем. Думаю, что напрасно Казимирас Матека и его соратники не воспринимают всерьез такой вариант развития событий. Если уж нам предстоит поддерживать отношения как нормальным, по словам Матеки, европейским государствам, то значит и торговать надлежит по нормальным европейским ценам и нормальным европейским качествам. Готова ли к такому товарообмену Литва? Ведь одно дело решать дела в семейном кругу, по-братски, и совсем другое на основе твердой валюты. Кто же будет торговать себе в убыток? Я стою на том, чтобы наша республика, Советская Литва, социалистическое государство и дальше развивалось в свободном союзе Советских Социалистических Республик в обновленной Советской Федерации. Попытки и замыслы добиваться восстановления независимого литовского государства, что означает выход нашей республики из состава СССР, губителен для литовского народа и нанесет вред для всего Советского Союза. На кафедральной площади я искренне сочувствовал этим людям. В прошлом своего неизбалованного судьбой народа они искали отправную точку для нынешнего обновления, желая лучшей доли себе, своим детям, своей земле. И все же очень хочется пожелать им. У порога остановитесь, еще раз подумайте, не окажутся ли давние ориентиры призрачными? Не приведет ли дорога к беде? У меня в руках текст временного положения о выборах народных депутатов Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики. Нет у нас вроде бы в стране такой республики, но в конце прошлого года решением съезда гагаузского народа такая республика была провозглашена. Сейчас главное требование представителей гагаузского народа к Верховному Совету Молдавии – это решение утвердить. Эти действия заметно обострили общественно-политическую и национальную обстановку в Молдавии и накалили страсти. Как сейчас обстоят дела на юге Молдавии? Это город Камрад. Центр одного из 5 районов Молдавии, где в основном и живут гагаузы. Примерно 200 лет назад начали заселять здешние, пустовавшие тогда казенные земли, потомки древних кочевых племен, ставшие, кстати, прекрасными земледельцами. Так уж исторически сложилось, что гагаузы – единственный тюркоязычный народ, исповедует православие. И вот, как нам сообщили, примерно 90% гагаузов, которые проживают здесь, в Молдавии, верят в Бога. Ну что ж, может быть, поэтому практически в каждом селе и каждом городе здесь можно найти православный храм.
Пожалуй, это одна из немногих строчек статистики, которая в отчетных сводках может быть первой. А вообще у гагаузов самый низкий в республике уровень образования, участия в творческом труде, управления. Регион во многом отсталый из-за нехватки своих квалифицированных кадров. Ну а кадры начинают готовить где? В школе, конечно. 4 года назад здесь возобновлено изучение гагаузского языка. Кстати, он получил свою письменность в конце 50-х. В основе кириллица. Так что теперь изучают в школах 4 языка. Молдавский, русский, иностранный, ну и свой родной, конечно. В вашей библиотеке мы нашли единственную книгу на гагаузском, вот этот вот букварь. Да, это пока единственная. А как же преподавать-то детям? Нет, ну в старших классах есть. В 10-11 классах есть уже учебники по синтаксису гагаузделе. И литература окумаклары, литературное чтение. Это есть. А вот в остальных классах там беда большая. И вот молодежь в большинстве уже не знает ни сказок народных, ни танцев, не поет колыбельных своим детям. И сохранить это фольклорное наследие становится все труднее. Руководители движения «Гагауз Халкы», в переводе «Гагаузский народ», которые и были инициаторами съезда, считают, что создание своей республики, то есть высшей формы автономии, единственный путь преодоления трудностей. Только республика дает политическую самостоятельность. Потому что у нас нет уверенности и нет гарантии в современной расстановке сил в нашей республике Молдавской, что гагаузы, они как народ, не исчезнут. Но это равнозначно тому, что нужно будет перекраивать границы или создавать новые, если быть точнее. Мы никак не можем понять вот такого рода вопросы. Ведь мы границы же не перекраиваем. Мы в составе Молдавской ССР создаем свою государственность. Ну, а такой вариант вы допускаете, что Верховный Совет Молдавии не утверждает вашего решения? Мы на основе волеизъявления народа объявляем территории сельских советов, городских советов территориями ГССР в составе Молдавской ССР. И готовимся к проведению выборов. Похоже на ультиматум. Верховный Совет. Это не ультиматум. Это право народа на самоопределение. И митинги, собрания в поддержку этого решения в центре Комрата почти каждый день. Видите, готовится еще один. Обо всем этом в Кишиневе, конечно, знают. Там в четверг состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета Республики по итогам работы специально созданной комиссии по гагаузскому вопросу. К однозначному выводу комиссия не пришла. Поэтому Президиум Верховного Совета приняло решение о том, чтобы все материалы, которые были собраны на сегодняшний день, были переданы 3 постоянным комиссиям Верховного Совета Молдавской ССР. И затем, после рассмотрения в постоянных комиссиях Верховного Совета Молдавской ССР, будет вынесен вопрос на рассмотрение Президиума Верховного Совета. Конечно, решение этого вопроса в компетенции республики. И все же послушаем еще одно мнение. Действительно, проблема существует. Проблема национального возрождения, национального самоопределения. Можно понять гагаузу. В принципе, Верховный Совет Молдавии стоит на позиции удовлетворения интересов гагаузского народа на основах национально-культурной автономии. Как первый шаг, это, я думаю, можно допустить. А сейчас о некоторых других событиях недели. Главным из них, конечно же, стала открывшаяся в среду сессия Верховного Совета СССР. После жарких дебатов был принят к обсуждению список первоочередных вопросов. Как отметил Михаил Сергеевич Горбачев, на первое место по важности сегодня выдвигается обеспечение в стране порядка. Нужно, сказал он, застраховать демократию, в этой связи переосмыслить механизм принятия решения на всех уровнях власти. А его стержнем мог бы стать институт президентской власти при контроле парламента. Сессия включила в повестку дня вопрос о созыве неочередного съезда народных депутатов СССР. Он призван внести соответствующие изменения в Конституцию. Первыми законопроектами, которые обсуждали депутаты, были законопроекты о собственности и о земле. И вновь острые споры. Прежде всего, вокруг вопроса о частной собственности. Впрочем, в проекте она обтекаемо названа индивидуально-трудовой.
Как сказал один из выступавших, наши идеологи боятся слов «частная собственность», но не боятся пустых прилавков. Обсуждение будет продолжено. И еще. На сессии образована парламентская группа «Союз». Она намерена добиваться сохранения федеративного устройства и целостности Советского Союза, а это весьма актуально. Сессии Верховных Советов работали на этой неделе и в ряде республик. В Риге сессия осудила декларацию от 21 июля 1940 года о вхождении Латвии в состав СССР как принятую без выяснения воли всего народа и приведшую Латвию к потере независимости. Депутаты высказывались за преобразование республики в свободное и независимое латвийское государство в союзе государств, строящих свои взаимоотношения на договорных началах. Литовский Верховный Совет на этой неделе предложил Советскому Союзу начать двусторонние переговоры о восстановлении независимости Литвы. Сессия в Вильнюсе узаконила частную собственность, а также приняла закон о печати. Он гласит, что средства массовой информации свободны и цензуре не подвергаются. Депутаты Верховного Совета Украины пришли к выводу, что в республике сложилась крайне напряженная экологическая обстановка. В некоторых регионах она близка к критической. Депутаты явно учитывают настроение избирателей и то влияние, которое оказывает на них экологическая программа Народного движения Украины за перестройку «РУХ». Кстати, «РУХ» теперь официально признан. На этой неделе для широкого обсуждения был опубликован проект платформы ЦК КПСС к 28-му съезду партии, принятый на недавнем пленуме. В субботу завершилась поездка Николая Ивановича Рыжкова по трем странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В Таиланде, Австралии и Сингапуре на переговорах речь шла о развитии торгового и делового сотрудничества. Подписаны несколько важных соглашений в области экономики, науки, культуры, гуманитарных контактов. Из международных проблем подробно обсуждалась камбоджийская. Товарищ Рыжков поддержал идею создания в Юго-Восточной Азии зоны мира, свободы и нейтралитета. А Эдуард Амвросевич Шеварнадзе находился на этой неделе в Канаде. Там состоялась конференция по открытому небу стран НАТО и Варшавского договора. Идея открытого неба, то есть полетов невооруженных самолетов над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью, поддержана и будет реализовываться. В Оттаве же СССР и США договорились о взаимном сокращении численности своих вооруженных сил в Центральной Европе до 195 тысяч с каждой стороны. Министры иностранных дел СССР и США, Англии и Франции условились провести переговоры по всем аспектам возможного объединения Германии с участием ГДР и ФРГ. Германская тема была одной из главных и на других переговорах и встречах на этой неделе. ФРГ премьер-министр ГДР Модеров вел переговоры об экономическом и политическом сотрудничестве двух стран в контексте их дальнейшего сближения. Однако вопрос о срочной помощи ГДР здесь не был решен, в связи с чем Модеров выразил свое разочарование. Модеров побывал и в Варшаве. Польшу беспокоит проблема незыблемости ее западной границы в случае германского объединения. В Бухаресте Временный совет национального согласия Румынии во вторник избрал Иона Илиеску председателем этого законодательного органа. Ситуация в стране на этой неделе осложнилась из-за протестов сотен румынских офицеров. Они добивались отставки министров обороны и внутренних дел, других военных руководителей, которые, как считают офицеры, преданно служили диктатуре Чаушеску. В пятницу министр обороны Николаю Милитару ушел в отставку. Новым министром назначен генерал Стенкулеску. К активизации борьбы против апартеида призвал лидер Африканского национального конгресса Южной Африки Нельсон Мандела. Освобожденный в прошлое воскресенье из тюрьмы, он активно включился на этой неделе в политическую жизнь страны. В соседней Намибии в пятницу избран президент страны. Им стал Сэм Нуйома. Во вторник советский космический корабль «Союз ТМ-9», стартовавший в воскресенье, состыковался с орбитальным комплексом «Мир». Новый экипаж в составе Анатолия Соловьева и Александра Баландина заменит двух Александров – Викторенко и Сереброва, которые находятся на орбите уже шестой месяц. В течение недели оба экипажа работали вместе. Они выполнили эксперимент по оценке оптических характеристик, атмосферы, продолжали работы по плану биотехнологических исследований. А в понедельник космонавтов Викторенко и Сереброва мы уже ждем на Земле.
Эти кадры переносят нас в март прошлого года. В Риме завершался 18-й съезд итальянской коммунистической партии. Утверждалась программа на будущее. И мало кто из делегатов, очевидно, предполагал, что несколько месяцев спустя будет принято решение о созыве нового чрезвычайного съезда, возможно, одного из последних в истории партии как таковой. В ноябре прошлого года на пленуме партии генеральный секретарь Акилио Кетта внес на рассмотрение коммунистов такое предложение. Ввиду быстрых изменений, происходящих на мировой арене, уже недостаточно реформы партии, даже самой глубокой. Необходимо приступить к учредительному процессу по созданию новой политической организации, демократической, народной, реформистской, которая могла бы стать частью социалистического интернационала и была бы открыта для широких демократических сил Италии. При этом возможны изменения программы партии, ее устава и названия. Обозначенная проблема далеко вышла за рамки внутрипартийных и даже внутриитальянских дел. Ведь речь идет о возможной трансформации крупнейшей коммунистической партии Запада, за которую на выборах голосует почти треть избирателей Италии. Было нетрудно предположить, что предложение Акетта, которое, кстати, поддержало большинство в ЦК, вызовет острую полемику в рядах ИКП. Члены партии разделились на два лагеря – «за» и «против». И сейчас, в преддверии 19-го съезда, который начнется 7 марта в Болонье, на конференциях низовых партийных организаций развернулась широкая дискуссия. Рим, секция ИКП номер 17, одна из 90 секций столицы. На учете здесь состоят 300 коммунистов по территориальному принципу, то есть те, кто поблизости живет или работает. Актовый зал, если можно назвать так подвальное помещение, где в течение 5 вечеров проходит конференция, всех вместить явно не может. Я из числа тех, кто полностью поддерживает позицию нашего генерального секретаря, говорит Лука Минити, секретарь секции. Сценарий международной жизни резко изменился. Вы сами это хорошо знаете. По сравнению с тем периодом, когда ИКП родилась и выросла, в мире произошла значительная трансформация. В самой Италии заметно политическое расслоение. Появились новые левые силы, которые нуждаются в объединяющем стержне. Нынешняя наша партия таковым быть не может. А я из тех, кто составляет фронт против, говорит адвокат Бруно Андреотци. Почему? По двум мотивам. Во-первых, из предложения генерального секретаря не ясно, кто они, те самые наши возможные союзники, и на какой основе собираются основывать новую политическую организацию. Второй момент. Мы ощущаем, что широкие народные массы и сегодня нуждаются в той партии, которая на протяжении послевоенных лет в трудных условиях боролась за их интересы. Да, острота дискуссии именно тем и предопределяется, быть или не быть компартией. Сменяют друг друга ораторы. Известный режиссер, ветеран итальянского кино Нанни Лой. Он явно не укладывается в 10-минутный регламент, и мини-президиум ему об этом напоминает. Но остановить его трудно. Как и многих других выступающих. Ведь судьба партии начинает решаться здесь, в ее первичных подразделениях. Пропорционально результатам голосования, которое как раз должно проходить сегодня вечером, будут определены 6 делегатов на городскую партийную конференцию. По предварительным прогнозам, от этой секции туда пойдут 3 «за» и 3 «против». А вообще, по результатам завершившихся конференций по всей Италии, примерно 62% коммунистов поддерживают линию генерального секретаря. И, соответственно, ее сторонники и будут составлять большинство на предстоящем съезде. А это означает, что еще до конца года учредительный процесс по созданию новой политической организации вместо ИКП может быть завершен. Впрочем, не будем торопить события. Впереди 7 марта, Болонья, 19-й, чрезвычайный. Газетные заголовки «Волна отставок», «Чрезвычайный пленум», «Экстренный пленум» появляются в газетах практически через день. А сейчас появился новый термин – «бархатные революции». Все чаще так называют требования людей об отставке ряда партийных руководителей. Сегодня на студии кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС Георгий Петрович Разумовский.
Вот как вы считаете, чем можно объяснить такую тенденцию? И вообще, тенденция ли это? И будет ли это продолжаться в ближайшие недели, дни и месяцы? Я бы не назвал это тенденцией. Несколько случаев, получивших широкую огласку в обществе, они не характеризуют в целом процесс обновления кадров, который у нас идет довольно интенсивно в последнее время. Я приведу такие данные, что в прошлом году у нас сменилось 163 секретаря ЦК Компартии Республик, крайкомов, обкомов, или каждый пятый, в том числе 38 первых, каждый четвертый. Это происходит в рамках уставных процедур. В последнее время на все более широкой демократической основе. Как правило, после широкого совета с партийными организациями, с коммунистами, на альтернативной основе. А по мере приближения к съезду, входа в отчетно-выборную кампанию, замены будут, видимо, еще. Мы о них знаем. Причин самые разные, их много. В ряде партийных организаций смена руководства действительно произошла в неординарной обстановке, под энергичным напором коммунистов, общественности, недовольных ходом перестройки на местах. Ну вот во всех этих публикациях как раз говорится о революции снизу. И сейчас очень часто вспоминают ленинский лозунг. Верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. И именно этим объясняют политическую активность людей. Как вы считаете, этот процесс стихийный или вот за этим процессом кто-то стоит? Люди уже не воспринимают работу по старинке, когда партийные организации, партийные комитеты не опираются в своих решениях, в своих действиях на мнение, помощь коммунистов, беспартийных, когда отсутствует четкая позиция, проявляется неспособность, а порой и нежелание найти точку соприкосновения, конструктивно работать с разнообразными движениями. Этим, к сожалению, продолжали грешить некоторые руководители. Отсюда и нарастание негативного отношения к таким работникам, тем более к тем, кто проявляет нескромность в личных вопросах. Но есть и другое. Иногда видны попытки искусственно нагнетать напряженность, взвинчивать недовольство до предельного градуса, провинности отдельных личностей использовать для нападок на партийную организацию в целом, а то и на партию, переложить на нее ответственность за все и вся. Скопилось где-то на железнодорожных складах много вагонов, адресуется упрек в партийный комитет. Нарушено водотеплоснабжение, так сказать, в коммунальном хозяйстве перебои, так сказать, тоже адресуются туда же претензии. Примечательно, что такие попытки активизировались накануне выборов. Сегодня это звучит часто. При этом нередко присваиваются партийные лозунги, где самокритично оценивается обстановка, в том числе и на местах. Установки партии выдвигаются как программные требования тех или иных лиц. Я не хочу оправдывать партийные комитеты, но мы ведь все за то, чтобы они занимались своим делом. Стараемся разграничить функции и сосредоточить их деятельность прежде всего на политических методах воздействия на трудовые коллективы, на человека. И на эту работу им должно оставаться время. Они не должны быть диспетчерами-хозяйственниками. Георгий Петрович, всегда ли те люди, которые приходят на места в результате вот этой революции снизу, всегда ли эти люди достойны того? Кто приходит на смену тем, кто ушел в отставку? Это самый главный вопрос в кадровой политике. Мы знаем, что в ряде областей существует довольно сложное, нестабильное положение. В эмоциональной обстановке порой звучат ультимативные требования немедленной смены руководства, секретарей, членов бюро обкома. Кое-где это уже произошло. Созданы временные бюро партийных комитетов, на которые возложены
задачи по подготовке отчетно-выборных партийных конференций. Туда вошли люди, которые пользуются доверием коммунистов, стараются оправдать его. Кстати говоря, некоторые партийные комитеты, посоветовавшись с парторганизациями, не согласились с требованиями о немедленной смене руководства, пошли на широкий совет в трудовые коллективы, в первичные партийные организации, получили поддержку и практически мандат доверия для того, чтобы подготовить и провести предстоящую партийную конференцию. В связи с этим предстоит в центре и на местах извлекать уроки, делать практические выводы из складывающейся ситуации. Они разные, я хотел бы подчеркнуть это. Сам процесс замены кадров идет и будет идти. Вопрос состоит в том, кто приходит, кто придет на смену. Необходимо избежать ошибок, случайностей. Вот почему нужен обстоятельный, взвешенный, продуманный подход в выборе кандидатур из множества достойных на альтернативной основе. И последний вопрос. Положение в экономике все больше ухудшается. И получается, что митинговая демократия отвлекает людей от экономики, от производства и дестабилизирует и так нестабильную обстановку. Расшатывает промышленность и, как следствие, ухудшение социальной жизни людей. Во всяком случае, звучат такие голоса. Мы читаем в письмах, что необходимо больше спокойствия, взвешенности, сосредоточенности на решении тех задач, прежде всего экономических, за которыми последует вот то ощущение реальных результатов перестройки, которые ждут наши советские люди. Большое спасибо вам за то, что вы согласились прийти в нашу студию, и спасибо за эту беседу. На этой неделе, 15 февраля, исполнился ровно год с того дня, когда последний советский солдат пересек афгано-советскую границу. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, ламы дней. В чем наша боль и наша слава? Чем ты, земля? Больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, ламы дней. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких осталось? Спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам петлей, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, как уживутся год назад всех журналистов интересовал, пожалуй, один единственный вопрос. Как долго сможет просуществовать афганское правительство без советских войск? Сейчас многие из тех, чьи прогнозы о немедленном падении кабульского режима не оправдались, с необычайной дотошностью пытаются выяснить секреты жизнеспособности нынешнего правительства. Без сомнения, сам факт, что за год ситуация в целом в стране не ухудшилась, говорит о том, что это правительство имеет определенную социальную базу и поддержку народа. Афганцам импонирует позиция президента Наджибулы, который пытается и словами, и делом доказать, что политическому решению афганской проблемы нет разумной альтернативы.
Министр обороны Шах-Навас-Тунай уверен в силах афганской армии. Самостоятельная оборона Джалалабада, Кандагара, Хоста, Саланга и Саруби, говорит он, опровергла измышления наших противников о неспособности выдержать нападение отрядов вооруженной оппозиции. В ходе боевых действий отчетливо проявились преимущества регулярной армии. Благодаря этому, за год после вывода советских войск, мятежникам не удалось захватить ни одного крупного административного центра. Однако преувеличивать успехи нынешнего афганского правительства, на мой взгляд, было бы неправильно. Несмотря на некоторые подвижки в осуществлении политики национального примирения, ситуация в стране остается очень сложной. Лидеры непримиримой оппозиции, отвергающие все мирные предложения Кабула, все еще надеются захватить один из городов на территории Афганистана, чтобы перенести туда резиденцию своего временного правительства, созданного в Пакистане. В условиях войны нынешнему правительству не удается полностью решить проблему снабжения населения товарами и продуктами первой необходимости, что вызывает в народе естественное недовольство. Оппозиция, усомнившаяся в военном успехе, делает сейчас ставку на подкуп и развал вооруженных сил Афганистана. Неискоренены внутренние противоречия в НДП, являющиеся одной из главных политических сил страны. И тем не менее, несмотря на все эти многочисленные проблемы, в последнее время среди большинства афганцев, в том числе и тех, кто долгие годы находился по другую сторону баррикад, растет понимание того, что внутриафганский конфликт можно решить лишь путем мирного диалога. Каждый день мы десятки раз становимся перед выбором, начиная от мелочей и кончая главным на долгие годы, определяющим нашу жизнь. И чем принципиальнее и важнее решение, тем дольше и серьезнее надо к нему готовиться. Ведь нам необходимо знать, что мы выбираем. Итак, до выборов Совета РСФСР осталось 2 недели. Мы готовимся, идет кампания. А интересно, как это делается у них, в Америке? Все, что происходит в этой комнате, в конечном счете может решить исход выборов в законодательное собрание штата Калифорния. Мы находимся с вами в штаб-квартире кандидата от Демократической партии Села Канелла. Сел Канелла борется за внезапно опустевшее кресло представителя от округа Станислас. По существу, борьба развернулась между двумя кандидатами. Демократу Канелла противостоит республиканец Дик Лэнг. Хотя в округе, как, собственно, и повсюду в Америке, существует чуть ли не 1,5 дюжины партий, лишь 2 из них, демократы и республиканцы, обычно бывают реальными претендентами на власть. Эти 2 партии как бы центр политической жизни, на крайних флангах которой слева потихоньку дряхлеют троцкисты, а справа время от времени дебоширят неонацисты. Однако особого вреда они принести не могут, так как центристские партии надежно обеспечивают политическую стабильность. Надежно, потому что отражают взгляды большинства американцев. Впрочем, различия внутри центра между демократами и республиканцами весьма велики. Главный спор между ними о роли государственной власти в обществе. Республиканцы за то, чтобы свести ее к минимуму. Партия демократов, напротив, видит нужду в большей активности государства, например, в помощи неимущим. Но поскольку партии в Америке – понятие прежде всего идеологическое, у них есть только один путь воплотить партийные идеи в жизнь – помочь своему кандидату пройти на выборах в органы власти. Помочь и организационно, а иногда и материально. Собственно, к этому и сводится смысл партийной деятельности в США, которая становится заметной лишь незадолго до выборов. Видно поэтому, большая часть партийных функционеров, скажем, округа или даже штата, общественники. И лишь 2-3 человека, как мы бы сказали, освобожденные, то есть сидят на зарплате. Как правило, это технические секретари. Но вот на время предвыборной кампании штаты начинают быстро расти. Демократы в округе Станислас, например, наняли 12 человек. Их дело главным образом координировать работу нескольких сот добровольцев, которые обзванивают избирателей, рассылают им письма, брошюры и, конечно же, ходят по домам, агитируя голосовать за кандидата своей партии. Однако откуда берутся на все это средства? Дик Лэнг говорит, что его компания обойдется в $250-300 тысяч. Примерно половину этой суммы принесут специальные мероприятия по сбору средств. Например, вроде этого банкета, где стоимость входного билета составила $100. Обычно такие банкеты включают не только еду, но и выступления важных лиц. А присутствуют на них не просто горячие, а к тому же еще и состоятельные сторонники партии.
Еще 20% требуемой суммы, считает Лэнг, составят личные пожертвования. И примерно треть дадут комитеты политических действий. Такие комитеты образуют заинтересованные группы. Например, врачей или финансистов, или, скажем, союз лесорубов. Они заинтересованы в том, чтобы в обмен на финансовую помощь на выборах законодатель помнил и об их специфических интересах, которые, понятно, порой могут идти вразрез с интересами других. По мнению Сэла Канеллы, такое положение надо менять. В случае его избрания он намерен добиваться закона о том, чтобы предвыборная кампания равно финансировалась из бюджета штата или округа. Но, может быть, самое неожиданное в американской системе – это значительная свобода законодателя от партийной платформы. Мы не присягаем на верность партии. Я намерен, прежде всего, представлять интересы моих избирателей, как и любой другой законодатель, если, конечно, он собирается баллотироваться вновь. Но, безусловно, бывает, когда в дискуссии многие, если не все республиканцы, находятся по одну сторону, а демократы по другую. Ну так ведь мы и состоим в разных партиях в силу различий во взглядах. Иными словами, в политической жизни Америки всегда присутствует оппозиция, которая предлагает обществу альтернативные решения и постоянно как бы подвергает сомнению право своих оппонентов на власть. Все это, хотя и не гарантирует от ошибок, но сводит их к минимуму. Идет ли речь о руководстве округом, штатом или страной? Конституция гарантирует нам равное избирательное право. Сегодня, судя по всему, абсолютно равны те условия предвыборной жизни, в которых оказался каждый из нас. Так что нет ничего проще представить себя на месте другого. Я живу в этом доме. Думаю, что 4 марта большинство его обитателей придет голосовать к избирательным урнам. Но за кого мы будем голосовать? Совсем недавно появился на стене дома вот этот скромный перечень 3 фамилий кандидатов в народные депутаты. Но мы будем выбирать народных депутатов в советы 3 уровней. Значит, при альтернативности выборов их должно быть как минимум 6. Правда, здесь есть приглашение на избирательный участок нашего округа. Воспользуемся этим приглашением. У нас вот на подъезде, на двери подъезда, висит такой скромный листок с фамилиями 3 кандидатов, но не написано, в какой совет они избираются. И что, их все-таки только 3, или все-таки их больше? Их больше? Я могу узнать что-нибудь дополнительно? Все эти вопросы вы можете обратить к нашему исполкому. Они нам информацию только сегодня выдали. Я правильно посчитал. 10 человек выдвигаются в Моссовет по нашему округу, да? Остальную информацию мы еще не получили. Значит, кто за кого будут голосовать в Верховный Совет РСФСР, в свой районный совет? Печатают. Ну сколько хотя бы? Я ведь ничего не знаю. Вы знаете, мы с этим еще путаемся, мы еще не определились. По-моему, 7 или 8. Четко не могу сказать. 7-8. Это Верховный Совет, да? Да. А в районный сколько еще? В районный все. Ну сколько человек? Это вот в Моссовет, выдвиженцы, да? А в районный? Спросить что-нибудь попроще. Ну что ж, извините, спасибо. Не за что. Поговаривают многие о том, что последнее время, то есть не последнее время, а вот в этот предвыборный период активность граждан резко понизилась по сравнению с тем годом, так сказать, с 26 марта прошлого года. И поэтому даже, мол, дескать, в Москве, в столице такая тишь. Вы тоже так думаете? Обязательно, конечно. Очень. А мне трудно судить, я военный человек. У нас не было понижено, не было повышено. Наверное, нет ничего проще бросить людям, всем людям, упрек в отсутствии у них должной гражданской активности, в отсутствии у них чувства ответственности за происходящее в стране. Гораздо сложнее понять истинные причины того, почему все-таки на определенном этапе политической жизни меняются настроения масс. Удручающая картина. Я слышал, как на встрече с избирателями работник избиркома предупреждал кандидатов в депутаты. Товарищи, никакой самодеятельности. Все должны быть в равных условиях. Биографии, программы, листовки приносите к нам, мы размножим и обеспечим полную гласность. А то уже есть случаи, когда заводы, предприятия сами печатают и развешивают. Мы будем строго разбираться. И кандидаты оправдывались, что, мол, не мы это они сами, избиратели, виноваты. Действительно, что странного? Агитируют за человека, которого знают, в которого верят, которого хотят видеть в органах власти. Говорят, что самодеятельность запрещена, а слышится, что запрещена инициатива.
Справедливо. У кандидатов равные права. А то, что гасится, уравнивается активность избирателей, это справедливо? Ведь в конце концов, своим выбором люди определяют свою будущую жизнь в городе, районе, республике, в стране, наконец. Мне за державу обидно. Такая платформа у кандидата в народные депутаты, героя нашего следующего сюжета. Внук известнейшего русского художника Федор Дмитриевич Поленов, из дворянского рода, в прошлом морской офицер, писатель, автор пленительной прозы, тех самых единственных слов, словно бы переводящих на язык всем понятный голос родной земли. Сейчас Федор Дмитриевич кандидат в депутаты. Вот почти уже 30 лет работает он директором сначала дома-музея, теперь уже историко-художественного и природного музея-заповедника Поленова. Три наших района – Алексинский, Ясногорский и Заокский – объединены и, так сказать, слиты воедино, генетически слиты воедино, рекой Окой. Она сейчас находится в бедственном состоянии. Просто, я бы сказал, в катастрофическом состоянии. В августе минувшего года был сброс орловских очистных сооружений, отравивших Оку. В январе этого года такой сброс повторился. Была запрошена прокуратура Орла, была запрошена прокуратура республики. Ответа пока еще нет. Виноватых не нашлось. Особенно из нашего региона страдает город Алексин. 6-летний малыш на мой вопрос, какого цвета снег, ответил черный. Над Алексином коптит труба Алексинской ТЭЦ, нарушая все экологические нормы. Какие меры, я вижу, могут быть здесь приняты? И они поддерживаются общественностью наших трех районов. Это создание в среднем течении Оки национального парка. Вопрос экологии должен иметь прочную юридическую основу. Необходимо, чтобы каждое строительство, особенно промышленное, да вообще каждое строительство вот в этом будущем национальном парке в нашем регионе, чтобы оно экспертировалось, чтобы оно проходило самую серьезную, самую жесткую экспертизу. И вообще нужна паспортизация всех водоемов, всех малых речек, всего бассейна Оки, для того, чтобы за каждым советом закрепить тот или иной участок, чтобы совет, как юридическое лицо, отвечал за это. Но неужели Россия не заслужила возможности иметь свой национальный парк, в то время как во многих странах, небольших странах Западной Европы, такие парки есть? Федор Дмитриевич, я ведь знаю, сколько сил и труда требует музей-заповедник. Что заставляет вас еще искать работы? Боретесь сейчас за мандат депутата? Ну, я думаю, что ответ может быть такой. Я считаю, что это мой моральный долг. И когда рабочие одного из заокских предприятий выдвинули мою кандидатуру, я не счел вправе отказываться. Я чувствую все силы принести что-то полезное, в частности, своим землякам, вот нашему Алексинскому, Заокскому и Ясногорскому районам. А чтобы, так сказать, суммировать это и коротко ответить на ваш вопрос, вы, вероятно, помните, как один из героев великолепного, этого популярного в свое время фильма «Белое солнце пустыни» говорил: «Мне ничего не надо. Ни денег там, ни власти, ничего. Мне за державу обидно». Вот мне думается, что моя позиция этим исчерпывается одной этой фразой. Представьте себе, что соперником Федора Дмитриевича Поленова в борьбе за мандат вдруг окажется человек, работающий на орловских очистных сооружениях, отравивших Оку. Или Алексинской ТЭЦ, перекрашивающий снег. И люди эти могут быть достойны. Но ведь не зря говорят в народе: о человеке суди по делам рук его. Следующий материал как раз о человеческих делах и руках. Не всегда то, что кажется выгодным в начале, приносит выигрыш в конце. Тем более, что мы не так богаты, чтобы гоняться за дешевизной, в том числе и за дешевой рабочей силой. По берегам Пиниги реки, по ее притокам, стоят лет 500 на высоких берегах деревни. Здесь, на Пинежье, один из заповедников русской культуры. Сюда никогда не добирались захватчики иноземные. На Пинежье вода в реках кристальная, воздух химическими отбросами не отравлен. И люди старательные. Лес для страны валят, мясо для горожан поставляют. Одно худо, дорог мало. Зимой еще можно из райцентра в Архангельск за пару суток машиной дотащиться.
Летом бездорожье. К 1995 году, согласно программе «Дороги Нечерноземья», по Архангельским и Мизеньским болотам, по тайге, через медвежьи углы надо построить почти 10 тысяч километров дорог, из них десятую часть в Пинежье. Здесь основную часть работ обязались выполнять военные строители. Мы в это поверили. Но наивная простота. Буквально через неделю стало ясно, что батальон не способен решить эту задачу. Я твердо считаю, что сапожник должен шить сапоги, портной должен шить одежду, а дорожник должен строить дороги. Специалистов на сегодняшний день в нашем батальоне нет. Как не среди офицеров, так не среди солдат. Вот эти казармы построили для стройбата пинежане. Трудно было, очень трудно с материалами в районе. Буквально для военных последние отдавали. И отопление водяное, по понятиям здешним, неслыханная роскошь. Пинежане позаботились, чтобы у солдат была артезианская вода. Электролинию к насосам подвели. Остались пустяки. 200 метров траншеи вырыть под водопровод. Строительный батальон не смог одолеть эту стройку. Батальон живет на чужой воде, а сила вся ушла на драки. Живут углами, землячествами. Здесь уроженцы с Кавказа, там с Востока. Все вместе они лупят ребят, говорящих по-русски. Ну а местные, узнав о розни национальной, которой отродясь не бывало на севере, спуску тоже не дают. Мы видели проявление национальной розни и землячества. Почему? Здесь батальон только сформирован был, поэтому, в общем-то, только организация начинается, поэтому все строительство еще в этом только организовываем. Так что, например, на будущее думается, что это все будет улажено и будет сколочен армейский коллектив. А пока сколачивают батальон, в казармах грязь. Офицеры жаловались, что утром на зарядку солдат не выведешь. Дважды с перерывом в 2 недели мы были здесь. И днем дважды повторялось одно и то же. Перед нами сухим веником выметались из казарм груды мусора. Когда мыли полы, никто не вспомнит. Но гораздо страшней мусор нравственный. Вот так запираются на Пинежье дома. Палочку-приставку в ручку воткнул, значит, далече ушли. Теперь этот знак здесь редко увидишь. Стройбат принес не только реальное понятие дедовщины, но и ярую уголовщину. Хороший командир батальона либо роты никогда не отдаст хороших людей, тем более специалистов. Поэтому в нашей части были собраны самые, что нет, остатки с этого Ленинградского округа. Поэтому нарушители самые яростные воинской дисциплины, одним словом, разгильдяи. Говорить, что это воинская часть, смешно. Солдаты не видели оружия. Его боязно. Опасно им давать. Какая тут боевая учеба? В каждой роте практически только 5-6 человек могут сесть за рычаги или за руль автомобиля. А работать могут? Но, как показала практика, технику они уже буквально за 2 месяца вывели из строя. На машины, грейдеры, бульдозеры посадили гражданских. У нас на днях был генерал Данюк, командир корпуса, и пытался снять с машин наших гражданских водителей. Мы считаем это ошибкой и всемерно будем этому сопротивляться. Почему? Поскольку считаем, наши водители гражданские сегодня много опытнее и принесут больше пользы в вопросах строительства дороги. А техника как? Техника будет эксплуатироваться нашими водителями, мы считаем, много лучше, нежели сегодняшними неподготовленными солдатами батальона. Напомним, в районе должно быть построено до 1995 года без малого 1000 километров дорог. Без учета искореженной техники армия все спишет.
Стоить километр военной дороги будет в 1,5-2 раза дороже, чем строят местные дорожники. В общем-то, я считаю, что не стоило даже привлекать к этому делу войска. Во-первых, войска — это неквалифицированная рабочая сила. А где неквалифицированная рабочая сила, там, значит, большие затраты. Страдает качество и удорожание, начинается удорожание строительства. То есть армия солдата строить не должна. Сегодня парламентские выборы в Японии, которые могут повлиять на дальнейшее развитие отношений и с нашей страной. Нынешние выборы в Нижнюю палату японского парламента носят не имеющий прецедента в японской послевоенной политике характер. Сохранит ли правящая партия свое привычное большинство? Сможет ли оппозиция впервые обойти либерал-демократов? А если да, то удастся ли ей сформировать дееспособное коалиционное правительство? Но, как говорится, возможны варианты, и эти варианты с точки зрения советско-японских отношений нам вовсе не безразличны. Прежде всего, о постоянно поднимаемом японцами территориальном вопросе. Десятилетия активной пропаганды сделали свое дело, альтернативных точек зрения практически нет. Последний этого года так называемый День Северных Территорий. В президиуме представители всех политических партий без исключения. Требование возврата 4 островов – факт национального политического консенсуса. Но дальше начинаются весьма важные нюансы. Все либерально-демократические кабинеты последних лет занимали в отношении нашей страны жесткую позицию. Мол, верните острова, а там посмотрим. Даже когда начались регулярные встречи рабочей группы по мирному договору, после всех наших мирных инициатив, здесь продолжали твердить о советской угрозе на Тихом океане. Социалисты, главная сила оппозиции, давно протестуют против раздувания советской угрозы. Уже в ходе нынешней предвыборной кампании лидер соцпартии Такако Дои потребовал от премьер-министра Кайфу ответить, почему, когда Советский Союз и Соединенные Штаты сокращают военные бюджеты, одна Япония их увеличивает. Японо-американский договор безопасности – детище холодной войны, заявила она. Сейчас холодная война закончена, настало время переосмыслить договор. Похоже, что и правящая партия, ставшая заложником своей былой жесткой антисоветской политики, ищет выхода из положения. В интервью советскому телевидению перед визитом в СССР глава делегации либерал-демократов Синтаро Абе говорил: «У наших отношений прекрасное будущее. Мы должны использовать исторический шанс и, решая стоящие между нами проблемы, развивать наши связи». Встреча Абе с Горбачевым, конкретно серьезный разговор, шедший там, вызвали в Японии такую эйфорию, что теперь здесь считают вполне реальным назначение Синтаро Абе премьер-министром уже летом этого года. Да и в речах Тосики Кайфу, премьера нынешнего, особенно после последнего пленума ЦК КПСС, решение территориального вопроса уже не подается как жесткое предварительное условие улучшения отношений. Значительно смягчена риторика. Кстати, 55% рядовых членов либерально-демократической партии считают, что Япония должна поддерживать перестройку экономически. Результат выборов предсказать трудно. Могут быть созданы любые, самые неожиданные правительственные коалиции. Однако логика мирового развития, собственные японские интересы, наконец, продиктуют любой пришедшей к власти партии. Единственно возможный курс действий – активизация усилий, направленных на улучшение советско-японских отношений уже сейчас. Ясно, что наше общество остро нуждается в нравственных ориентирах. А их, как известно, дают людям религия и искусство. К религии мы сейчас, слава богу, активно обратились, а вот искусство. Воистину, художнику в нашем обществе надо или умереть, или уехать, чтобы его оценили по достоинству. Покидают нашу страну художники, артисты, музыканты, уезжают работать по контрактам за рубеж. Сейчас это уже не считается преступлением. Министр культуры Николай Губенко говорит, что в Московской консерватории скоро некому будет преподавать. Может быть, имеет смысл обратить внимание на тех, кто, несмотря ни на что, никуда не собирается уезжать, продолжает работать, надеется, как говорится, нести свой крест и верить. Говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Какая же музыка застыла в этой архитектуре? Нет, явно не такая. Как мы говорим, не ложится она на эти кадры. А вот на такие ложится.
В малом зале консерватории ансамбль «Концертина» представлял свою новую программу. И, кажется, я нашла ответ на давно интересовавший меня вопрос, почему кое-кто из этих молодых людей решительно порвал с престижными эстрадными группами и стал работать в коллективе, где денег куда как меньше, а хлопот и проблем куда как больше. Видимо, сказалась изначально заложенная в душе тяга к красоте и истине. А истина в том, что искусство, если оно искусство, должно служить смягчению нравов. Неизвестно, может ли красота спасти мир, но мир без нее не может. На этой премьере ансамбль «Концертина» вновь представил доселе неведомую широкому слушателю музыку. 13-летнего Россини, например, и Плиеля. Выяснилось, что Плиель – это не только замечательный концертный зал в Париже, но и не менее замечательный композитор. А нотные архивы Алябьева и русского дипломата Скорятина, открытые ими, а огромный пласт прекрасной русской музыки до глинкинского периода, который они подняли. Думаю, что ансамбль заслужил, чтобы и его в какой-то степени открыли для широкого слушателя. Ну что ж, перейдем от возвышенного к земному, и, как это ныне принято, поинтересуемся их проблемами. Боюсь, что просто у меня нет проблем. По-моему, мне всего хватает. В общем, тоже особых проблем нет. Единственная проблема – время, как всегда. Не захотели жаловаться. Как не хотят или не умеют хвалиться своим редким репертуаром, мастерством, виртуозностью. Кто-то сказал, вы взгляните на их ноты. Сплошная черная икра. К сожалению, только в нотах. И имя себе неэффектное, малопонятное выбрали – «Концертина», что, оказывается, значит группа солирующих инструментов. В таком оркестре не за кого спрятаться, все на виду. Каждый из семи – как отдельная нота в хорошо и чисто сыгранной гамме на фоне шума. У нас его ныне хватает, и не только музыкального, но и бытового. Сколько наших славных коллективов раздирается ныне конфликтами? В скольких из них творческий поиск давно заменен затяжным выяснением отношений? Нет, конечно, бывает, но мы быстро меняемся. Мне хотелось бы, чтобы все играли чисто, вместе. А все играют не чисто, не вместе? Всегда играли бы вместе чисто. Не всегда играют как надо, зато почти всегда падает кусок штукатурки на скрипку или виолончель в так называемом репетиционном помещении. Сами бы отремонтировали, да материалы где взять. Почти всегда, впрочем, я умолкаю на эту неисчерпаемую тему, чтобы успеть сказать два слова о восьмом в этом коллективе. Андрей Корсаков. Руководитель, друг, учитель, блистательный музыкант. Наверняка пожертвовавший многими индивидуальными триумфами ради этого музыкантского и мужского братства. Не так ли, Андрей Борисович? Париж стоит мессы. Этой французской поговоркой задумчиво и, по-моему, несколько не впопад, ответил Корсаков. Мысли его, наверное, уже были заняты неизбежным скандалом с проводником при попытке погрузить клавесин и контрабас в вагон, который увозил их в тот день на гастроли в Архангельскую область. Слышали, как сказал музыкант? Мне бы хотелось, чтобы все играли чисто и вместе. Давайте и себе пожелаем того же. Ведь согласитесь, страна наша сегодня напоминает огромный расстроенный оркестр. До свидания, всего доброго.